сейчас все инициативы, которые выехали из Украины, белорусские инициативы или те, которые находились на территории Польши, уже принялись собирать волонтеров, медиков в том числе и в первую очередь, которые готовы ехать в Украину оказывать помощь. Конечно, ситуация с каждым днем накаляется и становится все опаснее, это затея. Я заранее понимала, что в случае начала бомбежки Киева я не решусь там оставаться, поэтому в течение 2 часов я собралась и выехала из города. Моя история, как обычно, из тех, которые мне еще повезло. Мне не пришлось прятаться в укрытиях, мне не пришлось бежать от бомбежки или там от БТРов. Мы в течение 3 суток, правда, добрались до Варшавы, но в основном без приключений. По дороге мы видели всего несколько вспышек ракет, но нас не зацепило. Войну все боялись, но никто не верил, потому что как не было, так и нет логических поводов ее начинать. Не было ни единого... ни единой реальной причины для того, чтобы она началась. Но, тем не менее, имеем то, что имеем. Все догадывались о степени безумия диктатора, но война — это то, к чему невозможно подготовиться. Поэтому до последнего дня все надеялись, что пронесет. Вот, хотя напряжение нарастало. Все адаптируются по-разному, у разных людей разные механизмы справляться со стрессом. Я не знаю, помогает это или наоборот ухудшает твою моральную подготовку к тому, что ты один раз бежал со своей родины, теперь ты должен бежать вот из нового места, где, мне надо сказать, было хорошо. Да? Ну, наверное, белорусы и люди, которые попадают вот в такую ситуацию, один из здоровых механизмов справиться, да, ты учишься воспринимать жизнь такой, какая она есть. Ты не задаешь себе вопроса, а почему это со мной случилось, и почему все так несправедливо. Нет в жизни такого понятия, как справедливость. Да? Тебе Вселенная ничего не обещала и ничего не должна, и не должна соответствовать твоим от нее ожиданиям. Ты учишься делать то, что можешь, то, что должен, и надеяться на лучшее. Ощущения от переезда 2020 года и переезда 2022 все-таки разные. Тогда, ну, ты был к этому меньше готов, да, то есть тогда это было совсем гром среди ясного неба. Но тогда было все-таки ощущение какой-то более локальной катастрофы, чуть не сказал другое слово. Сейчас ты понимаешь, что на кону весь мир. Тогда все-таки речь шла про твою страну, тебе было очень больно, очень обидно, очень страшно. Это огромная моральная травма для людей, там, прошедших окрестина, видевших все это своими глазами. Но это было ощущение беды в твоем доме. Сейчас ты понимаешь, что все, нет уже никаких других вообще тем, нет никаких других направлений деятельности, наверное, в жизни, потому что если сейчас все пойдет по худшему сценарию, то просто не будет никакой жизни ни у кого. Поэтому, ну и тогда это было большой доминантой, прям сильной доминантой в твоей жизни, но сейчас все остальное, как бы любая другая деятельность в любом другом направлении, как бы утратила смысл. То есть ты понимаешь, что ты не спасешь, конечно, мир, да, и, наверное, не стоит вдохновляться мыслями и фильмами про супергероев марвеловских. На одном человеке, пускай даже самым там крутом и самым влиятельным, не завязана возможность решить эту проблему. Мы говорим про тех, кто решить может, а не тех, кто усугубить. Но тем не менее, ты чувствуешь, я чувствую, и многие вокруг меня чувствуют необходимость примкнуть вот к этой светлой стороне силы, да, и делать все, что в твоих силах, для того, чтобы качнуть весы в нужную сторону.